Всем привет, вы на канале Тималя, и сегодня у меня путешествие в Кассейру на рыбалку. Посмотрим, что там будет. Будет учить рыбачить в океане. Короче, куда-то приехали, какое-то место. Не понимаю, что он говорит, но, наверное, он будет что-то покупать, кушать себе. В общем, как все могли заметить, я покрасился в красный цвет. О. Анке моей не понравилось. Челка, конечно, у меня такая себе, потому что я не расчесал. Короче, сейчас приехали здесь куда-то в Эна-ду-Пиньеро на узнать за работу. Вот. Вот такой какой-то спа-релакс. Сейчас узнаем по поводу работы, чтобы работать. Короче, вот такой красивый тут есть отель в Эна-ду-Пиньеро. Вот сейчас мы будем ехать уже на рыбалочку в Кассейру. Карлош, он взял уже удочку. Мы приехали на вот такой пляж. В общем, тут для серфингистов. Кто-то йогой занимается, кто-то просто отдыхает. Так, сейчас мне Карлош расскажет, что тут и где. Сейчас пойдем рыбу ловить с ним. Он меня ведет по неизведанным путям. Ну, бон дия! Бон дия! В общем, сейчас пойдем ловить, посмотрим, что она там и как она будет вообще. Ну, красоты вообще неизведанные. Плохо, конечно, что мы с Анюткой тут не были, и я вообще не знал, что тут даже такое есть. Вот. Такая вот скала здесь. Кукуруза горячая, пахлава медовая. Карлыч подрабатывает здесь, наверное. Так, тут кто-то в палаточных домиках. Короче, Карлос меня тут водит неизведанными путями. Ой, бляха, муха, ой. Что, вы со мной? В общем, иду сейчас по неизведанным путям. Ух,
опасно. Опасно, потому что осыпается. Бег! Фу, капец, она так воняет! Антенна Wi-Fi! Так, ну что, покажу вообще, что он взял с собой на рыбалку и какие тут наживки. Ну, как и на правильном тоже делал. В общем, я не знаю, как это называется, но какие-то морские черви. Честно, не знаю. В общем, оно так воняет, вам не передать словами. Вот. Закинул. Пока рыбы нету. А вот. Не знаю, я думаю, это из-за волн. Районный прокурор. Такие волны, что, наверное, сорвалось, не знаю. Но оно так клевало, я еле эту удочку держал. Потому что, блин, усилия надо прикладывать нормально. Что я хочу сказать, ребята? Просто наслаждайтесь каждым моментом. Живите на полную катушку. Не сожалейте ни о чем. Наша жизнь как сказка. Я никогда не мог подумать, что я когда-либо в своей жизни окажусь именно в Португалии. Я как-то даже не акцентировал на этом внимание, понимаете? А в один прекрасный момент получилось так, что я здесь попал, очутился. И, конечно, не по той воле, которой хотелось бы, да, но... Как говорится, Господь ведет, и Он знает, куда Он тебя ведет и что Он делает.
любите, кайфуйте, цените, живите каждым моментом. Не живите в прошлом, не живите. Это уже прошлое. То, что прошло. Настоящее. Цените настоящее, и все будет окей. В общем, ребят, уже половили рыбу. Было круто. Половили, но мы ничего не поймали. Хотя я, блин, думал, блин, пожалуйста, хотя бы одну рыбку, хотя бы одну рыбку. Хотя бы лососика, я не знаю, там, с икрой. Ладно, шутки все, но было круто. Эти эмоции я первый раз в океане вообще как бы ловил рыбу. В этот раз не я выбирал, а Карлош. Карлош — это хозяин дома, в котором сейчас живут родители. Вот. Он очень много мест красивых показал. Ну и вообще, типа, классный мужик, с ним кайфово, типа, на одном вайбе. Первый раз здесь, первый раз. Анютка моя уехала, я за нее очень сильно скучаю. Хотелось бы здесь с ней побывать. Но я даю слово, что, Аня, если ты смотришь мой влог, мы обязательно здесь побываем. И обязательно поедем в Портимао. Там просто красивейшая красотень. Я там не был, но я видел видео. Мои дорогие, какие вы сегодня красивенькие! Ола! Боже мой, спасатели Малибу! Ху-ху! Аня, смотри, а то уведут меня. Такие пивочки ходят. Я шучу. Анька, я тебя люблю. Не знаю, смогу ли я туда слезть. О, блин, посмотрите, какой вид открывается. И просто взгляните, сколько серфингистов здесь катаются. Мой нежный гель, ты даришь запах орхидей. Я в восторге, просто таю. Я у мучаческого кадрила говорила, а с того дня на макароны и текила. В нашей программе целый вечер на арена. Ребят, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал Диманя, ставьте лайки. И всем до скорых встреч. Пока.